Добрый день, дорогие соотечественники. Ну вот Григорий из Кривого Рога пишет, что говорят, что Порошенко с Меркель обсуждал гарантии личной безопасности в обмен на бескровную передачу власти Зеленскому и сохранение антироссийского курса Украины. Как вы думаете, это правда? Или он ездил заручиться поддержкой Запада для собственной победы? Ну, я думаю, что вряд ли Меркель, которая сама через год уйдет с поста канцлера, могла какие-то серьезные гарантии дать Порошенко. И этого, безусловно, не было. Больше Порошенко надеялся на ее поддержку с точки зрения, вот скажем, влияния на электоральные массы. Вот он, такой вот серьезный политик, значит, поехал, переговорил с Меркель. А о чем переговорил-то? Вот тут возникает простой вопрос. Вот судя по тем высказываниям, которые, так сказать, были сделаны представителями, во-первых, самой Меркель и самим Порошенко, то ничего-то они, о чем-то они говорили, это трудно судить конкретно. Ну что, да, нормандский процесс будет, так сказать, активизирован. Процесс выполнения Минских соглашений, да, надо выполнять. Хотя сразу же возникает реальный вопрос, а что ты их не выполнял-то, Минские соглашения, вот 4 года? Что ты не выполнял? Вот. То есть, ну, не та ситуация, при которой Меркель стала бы обсуждать с Порошенко какие-либо серьезные вопросы. Скорее всего, она их и не обсуждала. Встреча была протокольная, чисто. Да, вот она решила поддержать. Тем самым, значит, вообще говоря, грубо вмешалась в избирательный процесс на Украине, да, сделала то, что не должна была бы делать, прекрасно понимая или зная по докладам и отчетам, значит, своих спецслужб, что Порошенко, так сказать, это уже прошлая Украина, вдруг все-таки встречается с ним. Ну, вот такая вот у нас сейчас европейская политика, вот. Она, к сожалению, грешит отсутствием реализма прежде всего, отсутствием реального подхода. И пора бы уже той же Меркель взять на себя часть ответственности и за государственный переворот в Украине, и за экономические негаразды, которые после этого последовали, и за абсолютную, скажем, провал соглашения об ассоциации, просто полный провал. Вот можно там, невозможно, вернее, найти даже что-то позитивное. Там без виз говорят, но что без виз? Этим без визом воспользовались те, кто захотел уехать из страны, и они уехали. Вот. А реально-то людям, что он дал этот без виз? У кого есть деньги, поэтому без визу кофе пить в австрийской, там, в Венском театре оперы и балета, да? У кого? Вот. Так что, ну что вот из реальных достижений? Товарооборот не увеличился. Каких-то, так сказать, крупных инвестиционных проектов мы от Европейского Союза не получили. Что нам дало это соглашение, кроме потери традиционных рынков, конфликтов и провала в экономической политике в стране, страны? Ничего. Поэтому, на мой взгляд, так сказать, если бы Меркель была реально ответственным политиком, ей бы пришлось бы признать вот свои просчеты, реальные просчеты. Ну, добились, что Украина стала антироссийской. Добились того, что там, так сказать, какой-то там конфликт происходит на территории Украины. А вообще-то это в интересах той же самой Германии. А в интересах это, прежде всего, украинского народа. Вот же какие вопросы надо ставить. Что, разве стало жить от этого лучше? Кстати сказать, уже который год подряд снижаются темпы экономического развития в Европейском Союзе и в Германии в той же самой. Возникают серьезные диспропорции, и во многом они связаны с той неопределенностью и нестабильностью, которая сейчас существует в Европе. Деньги любят тишину, инвестиции тоже любят стабильность, предсказуемость, прогнозируемость. И пока этого в Европе нет, то и ожидать каких-то экономических рывков просто, так сказать, нереалистично. Поэтому, уважаемый Григорий, вот тот вопрос, на который вы попросили меня ответить, я считаю, что я ответил. Всего вам доброго.